Даже если он вот так будет, какая разница, блядь? Ну, ты говоришь, окно details я не хочу меньше делать, я хочу, блядь, всех видеть людей, которые дамажут. Потому что я, блядь, пролистаю, вторая половина, мне не нужен первый, блядь. Не хочу листать, когда листаю, блядь. Вниз листни, просто у тебя будет только вторая половина. Нет, не нравится там. Я хочу видеть полную картину. Зато у тебя вон хилы, блядь, все, нахуй. Все хилы, все хилят. Какая разница, я не... Ну, ты же понимаешь, что это второе окно, оно просто привязано к первому. Красава. Как я тебе второе поменяю? Пошел дамаг. Кнопку нажал, похуярил. Челы забыли, что это не герб. Пизды получили половину рейда. Ну, блядь. Да просто тут хилов, блядь. На ДЦ я немного разгрузил, вот у меня тут. Ну поменьше, блядь. На слева нихуя нет. Звонят, говорят, блять, опрос проводим, нахуй. Идите нахуй, заебали, блять. На ШП типа вообще уроды. Что на ШП похуй? Насчет чего похуй? Ну интерфейс, какая разница, блять, сам все босс манекен. Постоит. Назови хотя бы одного босса на манекен. Любой. Не манекен? Да. Ну не в карьер, я туда на ШП не хожу. Надо подумать. Ну этот, кто он, блядь? Йоксарон, блядь. Блядь, так часто на йоге бываю. И йог тоже манекен. Там манекен нормальный босс. Да, не, ну и к тому, что, типа, там бегать, ну нихуя не надо. Ну, то есть, типа, в порталы окей бегать. Но если ты не бегаешь в порталы, то ты как бы никуда не бегаешь. Если ты не бегаешь в порталы, то ты за щупальцами бегаешь в битве. Блять, это надо быть полным долбоёбом, чтобы зайти в этот луч зеленый. Он супер маленький. Не. И сбегаться с человеком каким-то, ну тоже, типа, мозга особо много не надо. А все, там больше ничего нет. Ну щупальцы, они же в разных местах комнаты спавнятся. Ты когда новое идешь бить большое, ты за ним бежишь. Ну, бежишь, да, ну, типа, если ты бежишь по лазерам йога... Ну, а ты еще не забывай, там диспелить надо пацанов, блядь, помогать. Я ШП, я нихуя не диспелю. Чего там диспелить? Ну, в топовых рейдах, конечно, там нет диспелов. Там нет там ничего. Ну, я, блядь, окей, я на йоге был от силы раз 6, условно. И, короче, ты нихуя не делал, да? Ну, топовые рейды. Я не дрочил у льду. Да не, ну, типа, не, я делал, но... Я плюс 0 даже не убивал, типа плюс 1 максимум. А, ну плюс 0 супер тяжело сделать. Типа овк я, ну, я на тот момент не был в гильдии, которая могла это закрывать по-нормальному. А в момент, когда я в такую гильдию зашел, этой гильдии это нахуй не надо было. Вот так. Печально, блядь, его нет топ-пуха. Я в контенте Ульдуара только начинал играть на Сирусе. Я вот начал там, это был июнь. Конец июня. Ульда, знаешь, кайфовая, когда ты в целкашном шмоте туда с шеймами приходишь и валиваешься, ебать. Знаешь, когда кайфовая ульда? Когда туда, блин, приходишь в шмоте и немножко охуеваешь. Ну, это поначалу, потом-то нормально. Совсем капель. Ну, потом, конечно, когда челики более-менее тактику прошарили, в целкашном шмоте она зергается легко, все просто бьется. Знаешь, тактику рассказывали РЛы. А какая тактика тут челики с погорей, ну, с толчата спрашивают. Ну, говорю, ну, просто бей босса, геру с пула даем и все, блядь, пиздец, убивали все. Сойдите в ДС, пожалуйста, все. А надо? Надо, блядь. Почему мы, блядь? Блядь. Сбизос. Атик. Кто там, Синсон? Трусы Зерона. Я хотел бы пока моде побить босс. Будет Фьюри и на кресте постоит Фламберг. Че ты сказал, месяц? Старплати, ну ты танчишь. Будет Фьюри спросил, куда вставать. Месяц. Будет Фьюри на полумесяц. Депрашка на Скулханте не понимает. Что он не понимает? Да. Через шкаф. Сумок. Может, его нет, думаешь?
Да, можно и не расходить. Что там? Что там? Иди куда я. Ну, Скухан покидает ее. Нам нужно вот этот котел. Дай группу. Мы уже сумоним. Давайте быстрее пойдем. Рыбу поставил память. Что я еще забыл? Что я хотел сделать? Все услышали, кто на каких кубах стоит? Сзади останешься, друидус, похилить нас. Все, поехали, заходим. Квадрат. Азерона на трусах. Вот Фьюрина. Три месяца. И планка привести. Он два мне метки стоит. Чё к напол поехали. Потом. Вора, кричите на. Кулаки другие там еще. Нету кулаков, будут крики варов. Все, три, yes. Два, один. Сейчас или на пуляхе? Да, на кубе. На кубе? На кубе я буду жать. Перед кубом. Этот, как его? А Глю что, тоже сегодня не будет, я не понял. Я не знаю, не вижу. Присунулся. Че, писал что ли? Хуй знает, ничего не писал. Азерона, тут? Ничего не знаю, брат. Ребахните, пожалуйста, паладина и... Ну, вы же как-то там должны... С Глю не контактировали. Какой WhatsApp? На пуле астропланинова. Людишка, ты столик ставил? Я ж не буду контролировать его все действия всех людей. Вот, блять, потом будут обижаться, нахуй. Сука, я сейчас понахожу людей, нахуй, других, блять. Потом они будут приходить, нахуй, по 6 человек будет на одну позицию, нахуй. Потом будут сидеть на замене и обижаться, нахуй. Решили, нахуй, все вместе не прийти, блять. Ну, Вани сегодня не будет, Барамира, я не понимаю, что они будут тоже. Барамир, петух, если сегодня не зайдет, вообще больше времени не попадет. Спрошу. Нахуй он нужен, блядь, если он, блядь, вообще не пьет. Например, он астроплатином, напоминаю. Так, вижу, что все видят свои метки. Может, ответить? Один на пол. Пулю на астроплатином. Три пути, не вижу, что ты напоминаешь. ВВК он придет? Хорошо. Ты быстро ответил, что? Ну, я линканул, ответил. Слушай, запей на истерию, там ты ж на кубе. Че я за 10 секунд убегу? Приготовились 5 секунд. Кирочку поздно дали, не забыл про Яру сказать. Чуть поздно дали. Все нормально. На кубах есть, слава богу. Ну, сейчас откид ДВС будет просить. Ну, не гей. Там их убить. Конечно, нормальная раса, блядь. Нежить?
А кого ты сделал? Я что-то не могу понимать. Не, блядь. Ты кидал свою расовую ПВЕшную? Нет, ну там надо на тебя кидать. Я на тебя кидал на трэше, да. На чуть-чуть сколько ты. Ну, это за хил. Ну. Пробуй на моба кинуть урон, будет получать. Там надо, да, на моба было кидать. Ну, я чекну сейчас за хил, сколько дал. Это же интересно. Там рейд поседал просто. Все, откидывание будут кубы и скоро. 80. Понял, куба, жаль. Нажали. Вы прожмите, блять, алло, нахуй. Боги, блять. Кто это не нажал, нахуй? Какая метка не нажала? Какая метка не нажала, еще раз спрашиваю. Сейчас узнаю. Ладно, сейчас я посмотрю сам, нахуй. Ну, типа, точно не я. Я свой нажал. Сейчас подожди. Бля, нихуя не вижу, на Володя не видно вообще, блять. Ну да, я что, в мезоне. Не вижу с зероны, блять. Было с зероны? Я точно нажал, у меня луч зеленый был. А, точно не сова, точно не я, блять. Слева вроде сенсон точно нажал. Сейчас не, все ну, нажали на его. Есть вариант, при котором я условно. Ну, я стоял прям на макс ранже и не на плитке. Типа, ну, я вот не вижу, честно говоря, от Азерона. Не, ну, смотри. От вот, тебя вот, нет куда-то, блядь. Возможно, это так работает. Я стоял не на платформе, я далеко стоял. Но до куба я дотягивался. Я нажал куб, у меня показало, что я его жму, и луч тоже у меня показало на экране. Не знаю, может, у вас уже показал. 500. Ну, давайте. Ну, типа, у меня все нормально было. Я точно нажал. Весните, пожалуйста, спасибо. Я, конечно, не стримлю, профануть не могу. Володь, поверни, пожалуйста, это сейчас сделал так, чтобы видеть. Слышишь, а там куб жмешь, на тебя дебаф какой-то вешается. Да. Именно в момент, когда луч от тебя идет. Там вроде когда на платформу заходишь. Ник, там когда откидывает, камера в стенку втыкается, и она приближается в любом случае. Поэтому, типа, хоть сколько двигай и не двигай, у меня крутики не работают, я не могу регулировать толком его. Все, давайте бам, блядь, еще. Добивали босса. Так, чей крест был? Вот там хуёво очень видно, нахуй. Там либо вот квадрат, либо крест, нахуй. Вот эти две метки, отсюда вот идёт. Полумесяц точно был, нахуй. Ну, там трусов, возможно, не было. Там были точно квадрат, точно череп и точно... Ладно, я сейчас, короче, просто камеру сам отдаю, блядь, и буду смотреть. Только, блядь, у меня каст был, меня дамажил. Это точно. Даже если там был чувак, не видно было, ну. Я по-любому нажал. Жопу ставлю. Никак доля. Я тоже ставлю жопу за себя. Пока босса бьет, то мой рестлинг таун по КД ебашит, что знаю я вашу, как это вы ставите жопу, он доля два раза ставил. Но... Да это крест не нажал, ну блять, ну это видно, когда пулили босса. Я когда стою, и я вижу, кого хили, это крест не нажал, от него луча не было. That's all. Вы так долго рассматриваете, кто не нажимал, там, по-моему, прям супер видно. Ну по видео то мне тоже показалось, что это больше крест. Да это крест. Нам плохо видно. Типа я не думал, вижу, что... просто я не вижу там конкретно просто ну, трусы. Ну смотрите, кого дамажит в этом. Череп.
В общем, я не собираюсь доказывать то, что я не верблюд. Я нажал, значит, нажал. Нет, значит, ставь минус там, я не знаю, выкидывай еще что-то с рейда, и все. Но кнопка была прожата, и первый, и второй, на первой, и на второй звезде. Хорошо. Может, это баг какой-то был? Реально баг, блядь. Ебучий баг, сука, ебучий сирий, блядь. Сука. Все, парни, собрались, на вот тихо, блядь. Позоримся, но не думаю, что, блядь. Ты как на магик Гера? Тоже баги. Сейчас от Роги тоже баг пойдет, если он не в муте. Он в муте повезло. Поэтому давай, Геру, давай. Серьезно, закидывай или подкупчу? Ну, кидай. Кубы 15. Стягиваемся к кубам. Жаль. В эфире хильте, после отбрасывания будут кубы. Блять, что за лаги нахуй? Опять виснет, сука. Не, я сразу с УПНом и ничего не виснет. Хилим с наплатьем. Рейд на манекен опять. С наплатьем нажми КТС. К вам подходим. Жаль. Куда подожали? В эфире прохильте, да. Это друид, друидус, хиль, пожалуйста, на кубах, азерон, с между азероной там и в эфире хили. Не, чуть правее нас. Правее, там Альмора скинулся. Да, в эфире подхиливают. И уйди с центра. Ну, мне уходки дают. Мне нормально. Уйди с центра, сейчас будет обвал. Зарплатина нам стоит. Будьте готовы нажать кубы после отбора. После откидывания. У меня показывает 5 или 9 секунд. Серый, я бегу. Да не знаю. Ну, я не обогонишь. Хотя бы. Блять, у меня опять виснет, сука, нахуй. Ёбаный сирус. Да вруби этот, блядь, я тебе говорю, я вот с этим. Сейчас включу. Просто, сука, на 3-4 секунды подвисает. Такая хуйня, ебаная. Умойная, блядь. Маг, пернокнижник, красмагу, да? Вообще локу. Да ему надо.
Летим на Гроля быстро. Еще на 106 ретейн пидона. 97 фламберг. 97 фламберг, да, окей. Голову сразу травить, но... Мы не могу взять. Байером не нужны? Вон, байером нужны, видишь? Окей, понял. Вариант. Блять, не могу дать. Еще один 310 летит, хуй догонишь. А на чем они, блядь, 310 ходят? Да не знаю, они донатеры. Вон Арислина на Зерона. Два шизика с 310 летают. Я не понимаю. Походу никна надо делать, чтобы полет к 310 был. Без доната. Что, ульду не закрывал, чивки не ел. Что-то не понимаю, как там, блядь, крит работает толком, блядь. 60% крита было во время боя, а все равно у меня крита, блядь, как обычно было, так и было. Как-то непонятно вообще. МК попроси, может? Как там, блядь, даст МК-то, камон? Заплати. Пожертвовал хастой ради крита, но нихуя не поменялось почти. Хотя вроде стабильно 12 ДПС теперь. Если бы еще РПБ было хотя бы сотки 3, было бы куда лучше. Было бы 12-100. Хм? Было бы 12-100 ДПС. Не, мне типа в инфире бы пробивало больше. А она сейчас очень у меня довольно мало бит. Давайте суманимся по этой быстрее. Ну, Вальмора, когда вот, ну, будешь энхами играть и будешь вместо этого давать, да, и окей. Хер, блять, ему. Ага, расскажешь потом, блять, в зоопарке. Ты сейчас его животным назвал? Поехали. Нет, просто. Что за страшные дринейки, нахуй? Что? Что за страшные дринейки, блять?
Даже не зеленые копыта вообще. Да, еще не танчит, блядь. Янчит, блядь. Платину на троих левых, я... Ставьте джесса, кто-нибудь, пожалуйста. Молодец. У меня тоже есть человек, который играет на энхе, который, блядь, из-за меня в меньшем гире дает столько же ДПС, а он, причем, РПБ энхе частичный. Платину на троих... Дайте вообще, вижу. А вот стоит. Вижу. Он носился 2 недели. Мистер Платину, трех левых забираешь, все, поехали. Олма, бейте все, поехали. Чё, у нас все тут, всё, поехали. Еру, давай. Берешь? Ладно, я забанил, блядь. Будто разбанил. Блядь, как оба. Все, бейте крест. Здесь спалите эту хуйню с него. Доспех тут. На будущее, маточки, блядь, не уешьте вот эту хуйню, когда вы стартуете, блядь. Хотя бы не с самого. Уара вихрь в ротации, понимаешь, у Фурика. Армсы, так они вообще ёбнутые вначале, они агро орут. Теперь бить. 30% там. Дай Яша ему БР пускай бьет. Стремный. Рибав там дайте минимальный повар. Кулак, каску там. Лапку. Ты добейте короля. Похуй, вот кинул, так вот кинул, без короля бил.
На локу еще не везет, блять. Второй кусок подряд на него падает. Ну, который мне не падал, да? Интересно. Да ты, блядь, неудачник, нахуй. Я, блядь, после этого ходили, помню, брали, короче, ДК, Лока, по-моему, тупо два куска сразу полутал с первого раза. Потом шамана взяли, тоже с первого раза полутал, и два раза подряд. Короче, а ты просто неудачник, нахуй. Пиздец, неудачник, еще и билд хуёвый. Что так вообще жить? Не, билд перебил, дебал. Похуй. Тогда танчишь, хуё. И баллы ломают, помогите. Тут сюда. Лагает, блядь. Ну, это нам. Молотарок, правда, не упал, хуёвый. Пиларчиков парить можно было. Чё, Азерона продал это, погибен? Кому доли? Он там спамил, погибель продам, проход. Погибель ХМ, продам, все дела. Проходка в ЦЛК получается. Получается, да. Здесь печеньку, печеньку за даром продают, типа, похуй. У доброй руки отдам печеньку, да? Синтел устраивает вот эту вот движуха спереди, вот эта вот черная она. Какая? Ну вот смотри, что там спереди стоит. А. Урод получается. Какой-то. Ну. И не один. Скорее вы вдвоем сдохнете, чем он. Ой, твоих тут нет. Засосало. Я на любом классе, когда прихожу сюда, на груля, и пиздец, я не понимаю, как играть. Там лучше чисто... Плохо привыкаешь, когда портал, да? Только полетел портал сразу. Ну да. А, нет, уберу. Ну там на синтре, помню, кстати, я как-то пошел первый раз, когда на локе. Приколюха была, там получилось... Задержка там. Тебя типа подкидывает и опускает, короче, ебать. Если ты сразу нажмешь, то ты оставишь. Помню, я блядь, один раз он. Да я тоже так один раз умер. Хотя, по сути, это баг, нахуй, визуально. Он называет из гильдики. Тут цеглы, блядь. Любакнет у вара? Ты прыгаешь, ты мне печеньку не отдал, дядя.
Фиеста Гогуна мы убьем вот этого перед нами. На экспертяжке. Нас, пожалуйста. Ах, он прыгает. Ну, вот это нормально. Он улетел от нас. Шли. Блять, он съебался. Нихуя. Блять, сейф отдали. Ладно, он чуть не вставать нахуй. Сейф никто не отдал, все сдохли. Хуей, блять, опять надо нахуй. Это 4 был, по. Не было Т4, блядь. Рай дал Т4, блядь. Ну, блядь, спокойно, на. Дай друид СБР, хотя у чувака, да? Похуй. Убегать просто нужно, блядь. Ладно, дай друид с по чувауле и вайфюри по кьюсикью. Там агенты просто, чтобы топ ДПС их не было. Специально. Его на второй раз нахуй дохнуть, я полагаю. Диверсия. Он третий раз умирает, если что. Еще раз кого не стакает, да? Услабились, блядь. Доля с... отцов своих топит нахуй. Поехал. Трот. А за что дали в Рионе минус? Продать ему. Ему скоро 30 уже. О, спасибо, отдали. Реально локует из куска нахуй. Блять, почему да, я не хантил? Локу через 3 куска, блять, он почти оделся, на, проверяю. Твою. Тебе не хватит голды по 3 куска. Не хватит? Кредит. В кредит получается. Поехали, вы капустенько. Залетаю, вы капустенько. Сюда, ГП. ГП, бля. Я отменю. Че по приводу? Упал? Быстренько сразу начи, чтобы потом не проебаться. Нахуй. Нет, ты к 25-му еще. Нет. Конечно. Ебать, Мирай, ты что, ротацию свою линкуешь или что? Хорошо. Окей. Да, еще вот. И потом, и, ну, точнее, сначала ИК, потом ИВК еще. Что угодно. Есть там уже меню? Вы сейчас обычку делаете? Хочу повешаться. Можешь мне это отправить на замену там куда-нибудь? Давайте по-быстрому вы к нам бычку. Идем. Давайте таким же ставом занесем быстренько, блядь. Прям будем в руках. У нас ты куба сейчас все равно сливают. Блин, сигнал раньше. Так, это сколько? 72, 46. Это сколько нахуй будет? Сколько 72 плюс 46? Ну-ка, блядь. 118, правильно? Что, 118 тысяч что ли заработал? Ну, за мою игру не да. А ИК они тоже идут? Да. Не все, только ван. А, тогда у нас один слот появляется. Вот Сулседа возьмите, он же хотел. А кто там хотел уходить из Ирона? Из Ирона, да. Ладно. Я обычку пропустить хочу. Давай, мы сейчас мага возьмем. Спасибо.
Там жесткий колтрон получается. Все, этот лок все купил уже, забрал тебя. Да. Подожди, не кикай, стой. Не, Серега, я видел себя. Я уже здесь. Сумолим инсту, давайте. У него тут просто голды троху не хотел. А вы про хилик 3. Войд Фьюри, спекните, пожалуйста, хил. Чтобы, блядь, не выписано. По мячу. За... Пламбер здесь? Пламбер, прием! Пламбер, как ФК, блядь. Ладно, похуй, без него. Рыбу поставил, хавайте, пока я там запустил уже. Платину в танке. Ой, бля, короче, одну... Ты будешь танчить, я отведу. Вау. Который направится в цитадель ледяной короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в этом круге. Ну, на ФК, что ли? Кто, кто? Здесь. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Бронзающий Биви. Я посекью. Прошло. Нет, платину ты здесь? 3, 2, 1. С платином отведешь первую, которую выбьешь. Точнее, будешь танчить, я отведу, понял? Да нет, да все нормально, мне просто так. Заберешь на 5, мне дадут боб. Президент из билд сделал. Отлично. Кто там на фаре здесь стоит? Дай боб, пожалуйста. Арисли. И Инверит. При этом, пожалуйста, да? Я пока не могу прочитать это заклинание. Наполеон нас проплатил. Схватки с близнецами и чудовищами. Кислотную трубой. Я это заберу. И жуткой чешуей. 5, 4, 3, 2. Один. Туда сбегите. Я подбегу сам. Наберите раньше. Что будет дать? Начнешь, блядь, нет? Все, подожди.
арену выходит... Все подъебало, что ли? Просто здесь тотем. У нас феридом есть? Да, есть. Смотрим, за кем. Подожди, подъебалось. Был даже варчик, блядь, убежал. Иди вызывай босса. А, ладно, я вызову. Кинжал каждый КД падает. О, боешка. Еще одна сверху. Да, только династия хватит. Ты в книге. Походу Володя единственный редар мужик. Прям получается. Энх еще и мужик редар вообще, то есть. Ком, блять, тройное. Не, он не единственный редар мужик. Я уже не. Сердце сразу или как? Да, да. Бать, вы скучно. Как же свич во врата? Нажми кош, трикл. Кош проебал. Нажимаю, Синг забанишь второго, я первого забаню. Третий пушку бегаю. Нажми ману, я понял, как там стоит. А, если нажми ману.
Драться будем стенка на стенку. Делаем ставки, кто первый отсохнет, Володька или Володька? Володька. Все, значит, ставлю выиграл. Володька или Володька, блядь? Ну они на эмсо все агрят-то вообще. Охуенный выбор твоему оставили. Володька, получается, ты слабое звено. Может, просто я самый опасный, они меня быстрее хотят убить? Не думал в таком русле. Блядь, какой он жалкий, говорят, не поесть, блядь, давай его ебнем. Обычно убиваешь самого слабого сначала. Бля, впервые у меня 10 критов, блядь. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Здорово. Поехали. Здорово. Мага первым захуярим. Хотя не, ханта первым захуярим. Все, поехали. Все тут. Ханта первым захуярим. Дерево по ханту держу. Сейчас ворвусь, мосфер дам. Блять, у меня, блин, КДМ. Ладно, сейчас так дам мосфер. Да. Ух ты, блять, Боб, дай. Рислин, дай Боб. Не, чуть не умер, блядь. Маг взорвал. Диспел? Диспел Гера. Гера КД. Диспел Геры. Ромб играйте, по ромбу все. Кости сбивайте. Печеньку фирму. Знаете, как упал немножко. Вернул. Не забудь сейчас этот. Давай мы здесь получим. Сейчас выбор на тут. Ну. Печеньку сюда грипните, поехали по печеньке. Везде потом. Мама. Поехали, печеньку. Поехали. Рогу убьем сначала. Походу этого ДК. ДК вообще в самом конце. Он еще из баунта нажимает. Еще и когда подхиливает. Лучше хилок. Он все равно жмет, мне кажется. Хилок проще убить. Бля, вар или вар ДК. В первую очередь бери друида, потому что он там рахирил пиздец. Когда эти времена были на Афе, блядь? Давно, блядь, давно. Когда еще Афа на личке не было? Ну, кушайте рогу, да хуя хват. На Вовбае. Шокен там бы шакал тебе. Сейчас взорву его сюда. Давай.
А хуй тебя ДК бить, блядь. Убиваю, убивайте хилов, блядь. Потом в конце вару убить. Хотя ладно, бейте варпа. Бейте он? Поферяю, блядь. Нормально. Все, ну, блядь, чемпать даже, блядь, в обычке долгий. И это стенка на стенку, причем. Шман. Выпьете друида под шаман. Платину в танке берешь темную сферу, танчишь белую. Я беру светлую, танчу темную. Серега слева, Мирай справа. Я думал, хилы сильные. Он запускает сразу. Уга. Пусть Мирай бьет, что хочешь. Мирай фулл берсер пад. Побей, я половлю сам. Одна залетит, две залетит, не страшно. Тут их меньше, чем в УВК. Да, пула 3. 2. 1. Залил где? Ой, сверху. Геру дадим на 0. Спасибо, я так быстрее сферу буду ловить. Давай, давай, давай. Хуярик. Мы там чем-то убили, блядь. 5 минут, что ли? Не, на 5 минут, кстати, все нормально. Вообще не показалось боль. Дайте людишки с вами. Так, светло взяли, все по ромбу поехали. Давай это вот эти палубы перевод. Поехали. Я не понимаю, у меня, я, блядь, сделал расу с 1% меткости дополнительно, мне миссовать стало, блядь, еще 7 дней, что это такое? Да, там какой-то, я хуй его знаю, это такой... Это какая-то хуйня. Там что-то бред, я не понимаю. Типа, у меня, если с талантом, допустим, ШП... 12,5. Там миссов я ебал. Такого никогда не было. И на X3 танчил, блядь. Ну, на X2 не был никогда. Тут что-то переработали или что-то переделали. Не мисов могу понять, кто. Мисов, да, больше стало, реально, просто. Не знаю почему. Похуй добивает. Че, он прыга нет? Прыга нет. Дальше идем. Мистер Платин, остаешься в танке. Мистер Платин, остаешься в танке. Что боешься, но... Вот. Будешь танчить, трэш. А что там, вару что-нибудь продали вообще? Это прям пушку, типа, да? Ничего, вару упал. Только пушку отдал. Ну там пушки это говняно, он молота. За 25к ему чухать пушку. Ну там локу, конечно, повезло, блять.
Ну, лог, считай, 118к заплатил и 15 ока драконов. И вар 9к еще за эту хуйню. Не, за ту пушку, за эту, которую я сопровлял пушку. Типа, говняная. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки. А второй рейд будет, бычек? Да. Будет, блять, по успеваемости. Если мы будем, блять, сидеть ебучим нахуй. А потом, блять, в воскресенье целый день, блять, в круле нахуй, то без обычек нахуй. Потому что заебало. Ну вообще будет, конечно. Ну, Барамир и Глю пришли. Радует. Ну, Барамиру пошли я написал, что он писал. Давайте быстренько, не гоняй в кашты. Идем встречи, у нас тут проебываю ВК в человеке. Человек на готов. Блять, в вечере, вот это хуёво, нахуй. Что он сказал? Нам полно, что в вечере завтра еще не будет. Дали на позиции. О. Арислин. Ладно, короче, похуй, пуляй. Арислин. Подожди, стоп, Азерона, у вас завтра, вы завтра. Пуляем. Ты пропадаешь, слушай. Азерона. Че мне кто-то? У вас завтра кара есть? Нет. Арислин, пойдешь тогда завтра в ВК, короче? Потому что в эфире. Блять, может мы не будем вот этой хуйней заниматься с тем вторым рейдом? Какая разница? Ты еще собираешься Арислина убрать с первого и посадить его завтра на второй свой, да? Потому что в эфире не может, нахуй. Да он пойдет за паладина в эфире сейчас. Просто поменяется паладина. Потому что, блядь, завтра паладина не будет. Вот все. Вот все, что я хочу сделать. Ну, начинается вот этого минус, блядь, прям со стола. Все, ладно, похуй. Забей его, теперь нихуя менять не будет. Там еще паладина не будет. Так, я дальше умру. Да, ж боб по строплачину. Бейте скоробье, хоть шпок найдите. Нажми! Блять, надо было вообще сначала из баунт нажать, зуб. Ладно, похуй. В лужу заходите просто. Заходи в лужу, не жди. О, блять. Не, да, да. Мак, забегай, кто там. Ладно. Больше скраби. Зашаклить и зашакли ху лишить одного пидораса дальнего. Все окей. Геру дали в клубу ДПС пибалши, копать этого я убил. Сейчас Серега будешь захитывать рейди. Сразу не кидай, да? Ну,
кинул. Давайте там меньше просило, что-то дохуя, блядь. Вообще не хилить. Понимал, нихуя не понимаю, нихуя не прохилять. Я тоже не знаю. Либо он должен был атаковать, типа, ну... На себя тебе надо кидать. Нихуя знаю, как работает. А, когда получает урон, блядь. Ну. Да, на себя. Ну так ну, я видимо, тебе, а ты же по сути от этого получаешь урон, все. Да не, наверное, там от прямых ударов просто. Просто удар. Епошечку дал, давай сидим в ВК. Ты за груня еще не дал. Давал уже 250. Давал. Или да? Я после груня сходил. Что, кому-то надо что-то из лута из наших, которые. Что падало? Надо кому-нибудь. Если бы прикол упала. Выкройки. Я куда синсу клею?